Если внимательно смотреть по сторонам, то даже в супермаркете или на прогулке можно заметить и снять что-то интересное. Именно из таких сюжетов, которые нарочно не придумаешь, и состоит наша сегодняшняя подборка. Устраивайтесь поудобнее, и я поделюсь с вами смешными и необычными случаями, снятыми на камеру. Добби свободен, и, кажется, очень этому рад. Тот случай, когда желаешь новобрачным, но очень много счастья. Вооружен и очень опасен. Или все-таки не очень, как думаете? Когда пошел дождь, а у тебя с собой только зонтик для куклы. Эти гуси выглядят максимально респектабельно, как и положено покупателям. Очень сложно прервать разговор по телефону, однако, когда воруют твою девушку, это становится проще. Парень решил прокатиться на корове, но у нее было другое мнение по этому поводу. Хорошо, что все закончилось просто неожиданным купанием. Вот это поворот. Он просто потерял свою девушку и не заметил. Окатить противницу водой из шланга в жаркий день – первый шаг к примирению. С таким пушистым партнером игра в гольф никому не покажется скучной. Котик не хочет выходить из переноски ветклиники. Можно подумать, вы любите ходить к врачу. Так близко поезд проезжает по одной из улочек Ханоя, столицы Вьетнама. Страшновато. Дизайнерскую дорожку заказывали? Ограбление пошло не по плану. Последние полчаса перед увольнением выглядят как-то так. Оказывается, добывать себе еду не так и сложно. Это было неожиданно, и это только начало. Впереди еще много интересного. Так что смотрите этот ролик до конца. Зато точно будет сладко. Сначала хотели снять красивое видео для Инстаграм и затем искупаться, но потом решили совместить. Грабитель очень хотел пива, но оказался не слишком проворным, и его арестовала полиция. Под землю не провалились, но салон все же придется почистить, видимо. Это уже начало восстания машин или еще нет? Кто в курсе?
У кого-то проблемы с трубами, а кто-то сэкономит на мойке машины. Вы там что, едите что-то вкусное без меня? Когда хотела сделать пафосный жест, а разбила ноутбук. Кража друга прошла успешно. Этот бульдог нашел лучший способ спуститься с горки. Шок. Нападение чайки на человека. Выражение лица мамы юной блогерши бесценно. И в армии есть время для самовыражения. Глядя на это, я потерял дар речи. Уверен, многие из вас тоже. Детская любовь самая искренняя. Интересно, какое впечатление более яркое? От полета или от падения телефона? Ты не ты, когда ты голоден. Вот это выдержка. Продолжить снимать в таких условиях. Кажется, этот паук хочет, чтобы его подбросили на паучью тусовку. Но готовы ли к этому пассажиры авто? Это был пранк, но настолько неожиданный, что в него все поверили. Дома кого-то ожидает головомойка, в прямом и переносном смысле. Как же хочется булочки, но очень хочется. А это гости жениха или невесты, как думаете? Хлопушка не сработала, но ожидание сюрприза иногда лучше самого сюрприза. Штаны не прошли испытания темпераментом, они попросту треснули. Котик недоумевает, что я сделал не так, почему мышка убежала. Такую красивую необычную девушку можно встретить в тематическом парке «Царство животных» Диснея во Флориде. Спящая черепашка попала на камеру одного из дайверов. Она выглядит просто нереально мило. Преступники, трепещите. Бэтмен выехал на борьбу с вами. Ну или он одолжил свой автомобиль кому-то.
Здесь сразу видно, сколько лошадиных сил в машине. Не всем игрокам нужно стоять на ногах, чтобы хорошо играть в футбол. Ты точно не ожидаешь, как закончится это видео. Отгадай, кто сегодня будет мыть всю кухню. Если у тебя есть талант предпринимателя, ты сможешь выбраться даже из самых неловких ситуаций. Готовы поспорить, что сейчас он осознал всю ценность жизни. Напиши в комментариях, кто из них делает это круче. Даже если ты не умеешь кататься на мотоцикле, ты все равно можешь сделать вечеринку незабываемой. Самый простой способ похищения, который мы когда-либо видели. Вот что бывает, когда древние традиции сталкиваются с современными трендами. Во время активной вечеринки в бассейне самое главное не потерять лицо. Так выглядит телевизор с реальным интерактивом. Вероятно, это самое болезненное видео в нашей сегодняшней подборке. Готовы поспорить, что у этого парня самые интересные истории в барах. Лично меня эти кадры заставили улыбнуться. Если у вас тоже приподнялось настроение, не забудьте поставить лайк под видео. В любой помощи самое главное не сделать хуже. Дэнни Оушен начинал свою карьеру примерно так же. Тот неловкий момент, когда решил угостить кота своим ужином. Порой клининг может обойтись тебе немного дороже, чем ты себе представлял.
Обычная пробка из-под шампанского может омрачить любую вечеринку. Ничто не подчеркивает статус мужчины так, как размер его наручных часов. Это то, ради чего стоило закончить курсы пикапа. Трюки с едой – верный способ остаться голодным. Он еще не подозревает, что в их отношениях есть кто-то третий. Давайте скорее напомним ему, что оформить доставку будет гораздо надежнее. Кто, по-твоему, самый большой очаровашка в этой коллекции? У настоящих мастеров кунг-фу ты не увидишь дома ни одной люстры. В любой непонятной ситуации делай вид, будто ты так и задумывал. Если ты рос со старшим братом, такие вещи могут происходить рефлекторно. Ровно 5 секунд он ощущал себя самым невероятным игроком в гольф. Покажи это видео своей девушке, если не хочешь идти с ней на гончарное дело. Если бы они зашли чуть позже, он бы успел поменять все лампочки в доме. Думаю, тех, кто давно подписан на наш канал, уже ничего не удивляет. А кто до сих пор не подписался, вы можете легко это исправить прямо сейчас. Жизнь такова, что стоит лишь немного набрать вес, и ты уже не помещаешься в собственную дверь. Интересно, через сколько она догадается, что закрашивает собственную тень? Лучшие спортивные карьеры всегда заканчиваются на самом пике. В приготовлении еды на природе явно есть свои минусы. Они могли бы записать еще 100 танцев, но первый миллион лайков собрали только с появлением этого парня.
вспомни эту девушку, когда в следующий раз захочешь подружиться с ламой. Она вернет, когда изучит меню в соседней кофейне. Иногда одно неверное решение может испортить тебе жизнь на несколько месяцев. Если хочешь отрепетировать саркастические реакции, мы нашли отличного учителя. Сразу видно, в этом кафе все еще верят в правило 5 секунд. Эта доставка обошлась ему примерно в $1000. Если ты не знаешь аргументов в пользу детей, то вот один из самых главных. На случай, если ты думал, что быть в команде «Мстителей» просто. Сначала счет за кольцо, а уже потом звонки из NBA. Давайте отметим, что по мячу он все-таки попал. И кто сказал, что нельзя покорить девушку с помощью куриной лапки? Неужели в байке теперь тоже устанавливают автопилот? Лучше запомни его сейчас, потому что через 5 лет у него будет Грэмми за лучший альбом года. Узнаешь свое выражение лица в процедурном кабинете? Есть причина, по которой эти подъемники больше подходят лыжникам. Этот момент рассмешил меня до слез, когда я впервые его увидел. А как вам такой поворот? Пожалуйста, напишите в комментариях. Выражение «как белка в колесе» еще никогда не было таким буквальным. Может, она и классно танцует, но этот парень пришел в кадр точно с историей. Кажется, сегодня придется завтракать не дома. Он поймал волну, просто забыл прихватить с собой доску.
И все-таки в своевременной уборке есть свои плюсы. Если прощание выдалось слишком сложным, самое время охладить эмоции. Узнаешь знаменитые буквы? Вот только это видео из альтернативной вселенной. Старшее поколение еще точно не готово к маскам из ТикТока. Вот как выглядит мгновенная карма в действии. Благодаря хорошей тонировке на стеклах, ты можешь получить удивительное шоу. Теперь он точно замотивирован похудеть к следующему лету. Уверен, что глядя на эти кадры, вы невольно улыбнулись. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в хорошем настроении. Тебе не нужно пользоваться зеркалом, если ты просто представишь, что оно у тебя есть. Ты должен обязательно выбрать: завести кота или оставить любимые вещи целыми. И все-таки у Lamborghini есть ограничения по возрасту. Это самая мультяшная мимика реального человека, которую мы когда-либо видели. С таким коллегой можно легко получить мини-инфаркт. У тебя тоже осталось впечатление, что она смотрела на телефоне что-то очень личное. Самое главное, что она вовремя может сделать выражение лица эксперта, даже независимо от результата. Когда хочешь удивить всех своими навыками готовки, не забудь обзавестись надежной сковородкой. Будем надеяться, что образование у них действительно хорошее. И все же на такой тачке постижим не каждый рельеф. Ее сложно винить, учитывая, что там был изумительный вид. Как быстро проиграть автомату Rocky Boxer? Готов поспорить, что она не так представляла свое первое свидание. Как думаешь, что она придумает в отместку на втором? Возможно, это самое дорогое падение со скейтборда, что ты когда-либо видел.
Настоящий друг не приходит на помощь, а всегда снимает на видео твой фейл. Этот парень купил защитный чехол для своего телефона и сейчас показывает нам его эффективность. Чтобы стать крутым шпионом, тебе нужны навыки, крутые технологии и немного удачи. К сожалению, ему не хватило последнего. Этот невербальный поцелуй она запомнит надолго. Этот парень в зеленом держит в страхе всю полицию этого города. В критический момент лучшие друзья обязательно постараются снять тебя на камеру. Возможно, он встретил любовь всей своей жизни, но судьба напомнила ему, что он уже женат. Лучший способ выяснить, что ты накачал колесо достаточно. Отец невесты знает, как эффектно вывести дочь к алтарю. Не показывайте это видео Тиму Куку, а то следующая модель айфона будет отличаться лишь наличием открывашки. Если в деле замешаны осы, нам уже жаль этого парня. Перегруз в машине может привести к ее припадку, кто ж знал. Стеклянные двери до сих пор являются огромной проблемой для некоторых людей. Вот она, мгновенная карма. Водитель выкинул жестяную банку на дорогу, а другой вернул ее ему. Справедливость восторжествовала. Когда не планировала купаться, но твоя неуклюжесть решила все за тебя. После такого мощного плюха коровы, удачной рыбалки с хорошим уловом этим мужчинам уже не видать. Супергерой спешит на помощь. Это ж насколько сильно нужно хотеть первым получить новый iPhone, чтобы вот так нагло врываться в магазин. На что только не придут мужчины в борьбе за внимание. Когда на улице слишком жарко и охладиться нужно в сию же секунду. Мы живем в опасном мире, угроза скрывается даже в несильном ветре. Женщина хотела придержать для себя дверь лифта и случайно его сломала. Неловко получилось. Если секрет его колдовства в очевидно натянутой нити, то ее магия в невероятной харизме. Не исключено, что она действительно пыталась помочь вымыть пол. We'll be right back.
как выглядит незнакомка в социальных сетях. И момент, когда она приходит на первое свидание. Работа, на которой нельзя отвлекаться ни на секунду. Этот человек словно выехал из компьютерной игры и покатился по дороге. Эта парочка своим транспортом наводит страх на всех животных. Лабрадор сразу понял, что с этим псом что-то не так. Семейство скунсов пытается перейти дорогу во время дождя. Похоже, эта девушка сбежала со съемочной площадки, но забыла выйти из роли. Не знаю, чем так не нравятся этой женщине электросамокаты, но вряд ли бы она решила толкать их, если бы знала, что за ней наблюдает полиция. Вот так прогуливаются выдры. Нет партнера для игры в бадминтон? В ветряную погоду это не страшно. У этого попугая отличный слух. Золотистый ретривер решил помочь своему приятелю и сводить его на прогулку. Похоже, водителю автовоза абсолютно плевать на чужие автомобили. Вряд ли покупатели ожидали увидеть такого продавца. Главное, что он умеет считать деньги. Думаю, это последний рабочий день этого официанта. Либо это розыгрыш, либо скейтер абсолютно бесстрашный. Думаю, каждый бывал в подобной ситуации, когда пытаешься открыть дверь в одну сторону, а на самом деле она открывается в другую. Женщины никогда не ищут легких путей. Этому грузчику стоило сделать несколько ходок, вместо того, чтобы грузить всего за один раз. Первое правило продавца – нужно радоваться любому покупателю, даже столь необычному.
Лично я не могу понять логику действий этих строителей. А вы? Очень интересно, какой выйдет чек у этого невнимательного мужчины. Уверен, что глядя на эти кадры, вы невольно улыбнулись. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в хорошем настроении. Если бы у меня в 70 была такая растяжка, то я бы тоже показывал ее везде, где только можно. Зато девушку не сбил. Вот что бывает, когда паркуешься интуитивно, совершенно не пользуясь зеркалами. Похоже, этот танцующий знак вот-вот и упадет. Вот он, самый главный плюс низкой выпендрежной машины. Этот мужчина настоящий везунчик, ведь у него могли упасть и ящики. Друзья уже решили, что он лузер, но нужно было просто смотреть ниже. Пес так радостно бросился встречать знакомого, что его хозяин упал со стула. Но самого страшного не произошло, пиво не пролилось. Мальчик врезался в стеклянную стену и напугал сотрудницу. Не получилось подружкам спокойно посидеть. Отгадай, кого из них ждут огромные успехи в бизнесе? Он годами изучал курсы пикапа именно для этого трюка. Одно из самых ярких проявлений кармы в действии. Судя по ее мимике, она точно не ожидала такой развязки. Еще одна эффектная демонстрация противоударного стекла телефона. Так должен выглядеть настоящий король велодорожек. У них точно отличные манеры, если они решили уступить дорогу. Но, к сожалению, ездить задним ходом пока не научились. Похоже, этот парень попал в западню к настоящей банде. Только не говори, что у тебя будет другая реакция, если ты обнаружишь змею в своем доме. Ничего не понятно, но очень интересно.
«Ёжик в тумане», ты ли это? Есть вещи, в которые абсолютно невозможно поверить. Удивительно, как такое вообще может произойти. Чего только не сделаешь ради исполнения желания подруги. Даже воду заставишь расступиться. Кажется, герой этого видео сам удивился собственной ловкости. Хотите надолго занять собакой ребенка? Просто отдайте им мячик. Это Бассенджи, единственная порода собак, которая совсем не лает. Зато может издавать разные звуки, чтобы выразить свое настроение. В метро ездить ей точно не нравится. Очень смелый наряд у девушки, однако это ее не смущает. Хватит спать, пора играть. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.